Утренняя пробежка показала, что сегодня птицы необычно активные. Жаворонки около беговой дорожки совсем не боятся, подпускают близко. А конюк сел так близко, буквально в 100 метрах от дорожки, и не улетает. Уселся на свое любимое место для обзора и ожидает, осматривая добычу с высоты. В связи с этим я решил вернуться за камерой, переодеться, чтобы начать съемку, так как день обещает быть благоприятным. По дороге продумал, как незаметно подойти к предполагаемому месту. Только так нужно быть одетым. Тогда птицы спокойно реагируют, подпускают ближе. Особенно, если ты сидишь в засаде. Вот интересное дело. Когда я сюда пришел, незаметно старался, переоделся в камуфляж и незаметно так кустами увидел степного орла здесь, сидел на столбе, и я кустами, поза кустами, так, чтобы меня он не видел, переодет и подошел как можно ближе, и здесь в зарослях. Ох ты, пролетел, какой красавец. Даже не знаю, ни копчика, просто, что за птица? Тоже хищная, но очень такая, как стрела. И вот я подобрался сюда и в этих зарослях спрятался. И, в общем-то, удалось мне снять хорошо его. Он сидел, практически меня не видел. Так вот, что хотел сказать. Вот как по волшебству природа дарит вот такие подарки. Утром, я заметил, что утром степной орел, он же конюк, сидел вот там на столбе. Высоковольтная линия, но низкая. И вот он, это его место. Я уже знаю по повадкам птиц, что они любят определенные места для охоты, для наблюдения, очень удобные места, и они, в общем-то, возвращаются периодически. И утром, и вечером могут появляться на тех же местах. И вот в течение 10-15 минут шла съемка. Сороки здесь были, копчики игрались, вот до сих пор они играются, любят
высоковольтные линии, так как они высокие. И вот прошло время, вот они еще летают здесь. Вот, кстати, летит. Сюда надо снимать. Хорошо, снял. Сейчас вернулись они на эту высоковольтную линию. Понравилось они им. Они здесь играются, это пара. Видимо, уже птенцы или только сформировалась пара молодая. На будущий год уже потомство будут выводить. Но сейчас они играются вот между собой, догонялки. Кружатся, садятся. Нападают друг на друга. Может быть, это две молодых птицы, которые только вот они вывелись в этом году и еще играются. У них еще такое детские забавы, игры. И вот они летают друг за другом. На закате хорошо. Погода отличная. Ни одного облачка. А вот, наверное, и родители тут рядом. Контролируют их. Да, прохлада, вечерняя прохлада. Птицы, как и люди. За моей спиной дорожка, там бегают люди. Спортсмены и просто люди, зарядка. И птицы тоже здесь вот летают. О, красавец, прямо надо мной летит. И вот и птицы, и люди. Жара спадает. Вот когда жарко, никого не увидишь. Ни птиц на поле нету, ни людей. А вечером прекрасно. Прохлада. И живность оживляется, и люди приходят. И как бы уже люди, не птицы, птицы уже привыкли к людям. Уже не так их бояться. Конечно, в современной обстановке птицам приходится привыкать к разного рода звукам, таких как трасса, летающие самолеты. Цивилизация усложняет им жизнь, и им приходится с этим мириться. А попросту терпеть. Когда ночуешь в степи, то есть места, которые прохладные. Там, где низина, там, где солнце не прогрело за весь день. А есть места, которые прогреты, и прямо идешь, и можно выбрать место для ночлега. Есть прямо земля отдает, уже солнце село,
А земля до сих пор отдает это тепло. Будет отдавать еще час-полтора. Вспоминается, душа вспоминает, как вольные люди, казаки на лошадях или передвигающийся один по степи, находил себе место и ночевал вместе с конем в степи. Красота. После захода солнца наш пернатый друг устроился на высоковольтной линии на ночлежку. Место безопасное, никто его здесь не видит. Так и будет отдыхать до утра. Ночи теплые, сентябрьские.